Короче, не могу я найти, как это называется. Вот я сейчас расскажу, короче. В чем прикол? Ты поедешь, нет? Заедешь. Прикол в чем? Есть такая тема, бывает, что при движении состава, в целом, пока он едет, вот ты едешь, все разогнался, ставишь контроллер в ноль, а у тебя на состав все равно подается высокое напряжение. У тебя не происходит отключение, не происходит подача на состав этого вот этого высокого напряжения с контактного рельса. Это легко определяется. Ну, не то, что постоянно, то есть в случае, то есть у тебя в любом случае стоит защита, то есть если пока ты не перевернешь в какое-то положение, у тебя питание не подается все равно. То есть у тебя высокое напряжение на состав не подается. Интересно. Не знал. Вот, и прикол в чем? Может, я, кстати, да, немножко не путаю. Но не суть. Так вот, в случае, если вот такая фигня происходит, у тебя состав начинает снимать напряжение. То есть ты едешь, у тебя контроллер нуля, а у тебя показывает, что у тебя по амперметру там сколько-то киловольт висит на тебе. То есть вот это и говорит, что скорее всего была какая-то неисправность. То есть, скорее чаще всего выбивает сначала просто, срабатывает автомат. И у тебя вообще пропадает все. А и там через какое-то время, через 5 или через 7 секунд, по-моему, это все восстанавливается, то есть напряжение само по себе. Питание приходит. И к чему это все? Короче, к тому, что в такой момент, когда у тебя происходит такое падение, ну, падение резко, ну, непланомерное резкое такое падение вообще вот на вольтметре, это где. И потом у тебя это восстанавливается, и у тебя вспышки, то есть ты видишь в тоннеле вспышки. Это говорит о том, что у тебя, скорее всего, либо неисправен только приемник, у тебя не срабатывает один из механизмов, я не помню, кому правильно знать, либо у тебя какой-то посторонний предмет попал между контактным рельсом и вот этим вот только приемником. И в таком случае, то есть я сам понимаю, что сейчас участка целого снимается напряжение. То есть твой состав, получается, вот, вызывая такое вот замыкание, во-первых, сам себя ошибка так выводит практически из строя. Или не подача напряжения там снимает сразу, тоже автоматика на краткое время убивает. Не знаю, я сколько в детстве не наблюдал, все поезда так уезжали, абсолютно каждый поезд со станции так уезжал, у каждого поезда именно в тех местах были искры, вспышки такие голубого цвета, при этом они не останавливались, напряжение не снималось. Не, это да, это когда вот именно, ну, при заезде, да, с участка на участок, я согласен. А когда у тебя просто по прямой ты движешься, у тебя такая... И уже и говорит о проблеме. Не, я вот и говорил. И вот там в одной. Я изначально и говорил про переходы с контажки на контажку. А то, что вот, и... прямо на самом рельсе может вспышка быть. Ну может отошел башмак, чуть ниже опустился, потом снова поднялся, и поэтому он так. Да, да. Бывает и такое, но когда у тебя прям стабильно такая фигня, и у тебя питание, у тебя пропадает за ними высокое напряжение в составе. Уже как бы, ну, уже отработанная схема, что там положено запросить снятие напряжения, что-то потом пойти поставить эту короткую кривую, и как она правильно называется, то есть на рельс закоротить, и потом только отжимать башмак этот. То есть, возможно, у тебя неисправность башмака или. Что, прямо на перегоне? Ну, видишь, он тоже. Да, прямо на перегоне. То есть выбираешь перегон, ну, ровный профиль пути специально, чтобы ты никуда не укатился. И даже, по-моему, там по автоматике что-то. Тормози. Это запрещают даже пользоваться, по-моему, ну, рекуперативным методом. Так метро рекуперации вообще нет. Ну, если у тебя синхронный двигатель стоит, почему нет? А, ну это если русский, на номерных нет рекуперации. Ну, смотря какой двигатель стоит, номерные разные есть, слушай. Их много уже. Не знаю. Ну, насколько я знаю, коллекторный стоит двигатель на номерных на всех. Чего? Они, у нас ничего нового не придумали пока. Кроме коллекторов, у нас пока ничего нового не придумали. А как же асинхронники? А это, по-моему, идея даже не отечественная.
А синхроники придумали еще давно, еще в советское время уже в тот период еще придумали. А почему тогда они так просто появились, появились только на русичах? А потому что не развивалось. Думаешь, что-то развивалось, да и на русичах это тоже, мне кажется, помню систему аккуратно. Писнутая с Европы, я, мне так кажется. Ну, русичи, скорее всего, слезали с какого-то состава европейского. Но наши не додумались до такого. Мне лично русичи не нравится, что внешне, что по звуку, когда он тормозит и когда отправляется, такой противный скрипящий звук. Ну, я ездил, как я в Москве, когда был, я их, ну, ездил на них, но видишь, я не вдавался в подробности. Нравится или не нравится. Ну, я с точки... Какое-то продвижение вроде есть, а сколько это все хорошо в эксплуатации, то есть там у людей спрашивают, которые на них работают. Ну, машинисты говорят, им нравится, типа удобнее и так далее. Не знаю, короче. Ладно, давай потом поговорим, мне сейчас нужна АФК. Это... Ну, давай. Ты на сколько здесь? Ну, еще полчаса буду, наверное. И все? Ну, пока да, наверное. Жаль, я думал... Я хотя тоже, может, сейчас. Чего? Я, может, отойду сейчас тоже как раз таки на минут на 10, наверное, на 20. И пойду. Ну только ты, блядь, состав на линии не оставляй, нужно будет куда-то убрать. Ну, естественно, я загоню куда-нибудь. Если ты загонишь в оборотник речной подальше, там будет занятость пути, поэтому нужно... Я поэтому всегда и стою на международной, потому что это единственное место, где можно встать нормально.